Людям всегда мало. Мы устроены так, что нам всегда чего-то не хватает. Таким образом, каждый раз мы откладываем свое счастье на потом. Доводилось ли тебе, друг мой милый, слышать из уст людей подобные фразы? «Мне не хватает того или иного для полного счастья». И вот в тот момент, когда это исполнится, я стану по-настоящему счастливым. Но проблема в том, что нам вечно будет чего-то не хватать. К тому моменту, как исполнится первое, появится второе. Когда исполнится второе, появится еще три новых желания и так до бесконечности. Но как же тогда в погоне за своими желаниями не упустить тот самый момент истинного счастья? Секрет лежит на поверхности. Счастье — это и есть тот самый путь. Если у тебя есть цели и желания, это прекрасно. Гораздо хуже, когда ты потерян и не понимаешь, для чего живешь. Даже не живешь, а существуешь. Ведь счастье и кроется в тех мелочах, которые встречаются у тебя на пути. В погоне за очередной мечтой не упусти тот самый момент.